Луковица лилии восточной буферарии – очень изящный и нарядный сорт, подойдет любителям контрастов и насыщенных оттенков. Он популярен благодаря особенно крупным цветам, до 25 см в диаметре. Лепестки широкие, с ярко-желтым центром и белыми краями, между этими оттенками нет плавного перехода. Пыльники темно-бордовые, создают дополнительный контраст. При грамотном уходе лилии могут расти в открытом грунте до 5 лет без пересадки. Взрослое растение достигает 110-120 см, отличается мощным стеблем и высокой устойчивостью к перепадам температур и вредителям. Если на зиму срезать стебли и накрыть луковицы, за них можно не переживать даже при заморозках до минус 35 градусов. Лилия восточная буферарии – это многолетнее растение. Лилия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Цветок окрашен в крупный, белый, вдоль лепестков ярко-желтая полоса, ярко-оранжевые пыльники цвет. Интересные цветы лилия могут быть до 25 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.